Зульфугары, Зульфугар Эльвиноглы. Ему 12 лет. У нас сегодня 5-й сеанс. Чуть-чуть улучшения идут. Но это он нам врач сказал, что он уже большой, у него немножко длится, да, будет длиться процесс лечения. Но ничего, сколько надо будет, мы будем приходить. Ну, ты, бабушка, сегодня записала. Да, я сегодня написала. Список анализов, которые я рекомендую, да, сделать, чтобы нам можно было проверить. УЗИ пройти. Да, учитывая его, да, все вот особенности. Да, крови. То есть надо... Доктор, витамин D тоже возьмем. Не надо? Это сначала надо посмотреть на результаты обследований. Да. И только после этого. После этих витамин D надо будет, если сделать. Неизвестно. Да. А витамин D, как известно людям, которые знакомы с этим, любой витамин, особенно витамин D, если он дается без необходимости, или в неправильной форме, он может принести вред.